как-то так мы начинаем концерт, и вообще мы не фиксируем то, что мы хотим сказать, потому что главное, что мы хотим сказать, словами сказать нельзя, к сожалению. И начинаем мы свой концерт с истории про наш родной город, потому что, как я уже сказал выше, мы все понаехавшие, мы не москвичи, и, видимо, тоска по этой малой родине, ну, вызывает такое желание спеть о своем родном городе, рассказать о своем родном городе. Я, например, хочу сказать, что я родился и вырос в городе Чайковский в Пермском крае. Вовка Братков мой земляк. И мой город маленький, но молодой, цветущий, был поделен на два клана условно. Речники и текстильщики. Мое семейство большое принадлежало к речникам. У меня все прапрапоколение даже были речниками. Прабабушка гоняла плоты. Там уже прабабушкин сын был капитаном теплохода. Моя бабуля была шкипером. Моя что мама это была, значит? Я не знаю, Саша. Моя мама была коком на теплоходе. Всю жизнь она работала коком на теплоходе. И недавно мне звонит, говорит: Женя, оказывается, я не умею готовить, мне нужно сдавать диплом. Что-то она хотела. Ну, в общем, не об этом речь. Я помню День речника. Почему? Потому что этот день выпал на мой день рождения, на 2 июля. И я помню этот праздник шикарный, когда все друзья моих бабуль, мам, пап собирались большими компаниями и выходили на берег, пели песни, было классно, была обычно хорошая погода. И я помню тот город Чайковский речников, когда было невозможно густой воздух, невозможно яркие цвета. И когда вот этот вот речной флот, все выходили, пели песню, там какие-то про теплоходы, про реку и так далее. И сейчас, когда я приезжаю, после того, как в 90-е речной флот рассыпался напрочь, я вижу тех же людей, но они сидят на своих скамеечках у подъездов и знают, что они уже никогда не вернутся на реку. И это другое, щемящее какое-то чувство возникает. И мой... кто он? Брат моей бабушки был капитаном на теплоходе, и всю жизнь он провел у штурвала. Я помню, что каждый день речника он сначала с утра выходил на теплоход, вставал на рубку, вот эта вот рубка капитанская, всех приветствовал, поздравлял, а проходящие еще мимо теплохода, мимо слипа, речники проходили и говорили: «Сергеич, с праздником!» И вот сейчас вернулся не так давно, а Сергеич стоит на балконе своего дома, по-прежнему в белой рубашке. И проходящие мимо и речники, и не речники, которые знают, это Сергеич, капитан, проходя мимо, машут ему, говорят: Сергеич, с праздником. А он всем в ответ говорил: спасибо, спасибо. Сейчас его не стало, но память о нем жива во мне, и я очень рад каждый концерт говорить о нем здесь. Ну, а песню я посвящаю моему любимому городу Чайковский. Я ее пою обычно с Артуром. Сегодня у меня поддержки нет, хотя за мной стена.